Хай-хай-хай, дорогие друзья! Королева российского спорта, Екатеринбург, 23-й год. Финал на дистанции 800 метров. Полетели! В финале принимает участие по восьмой дорожке Екатерина Купина. Седьмая дорожка – Ольга Ануфриенко. Ольга Радиошкина, дорожка номер 6. Действующий чемпион страны – Мария Прохорец, дорожка номер 5. Яна Перепелица займет четвертую дорожку. Лидер сезона – Нигина Тухтаева, дорожка номер 3. По второй дорожке – Екатерина Самойлова. Анастасия Мадышева, дорожка номер 1. Скоротечная дистанция, всего лишь два круга по 400 метров. Мария Прохорец с первых метров занимает лидирующую позицию. Борьба на финишной прямой. Мария Прохорец, Ольга Радиошкина. Никто не хочет уступать. Мария Прохорец, 2:02:65, показала, что ее победа на чемпионате страны была не случайной. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.